цепи есть всего 8 секунд. Дальше они переключаются. То есть то клиповое сознание, о котором говорили в поколении иксов зарождающихся, игреков, да, вот, осталось 8 секунд. Прежде чем с ними работать, их нужно научиться понимать, убеждает в своем докладе отец троих детей поколения Z Михаил Колтунов. И основная задача – доставать их из сети и вводить в общество. Каждый из современных детей уникален и одинок одновременно. У них нет ощущения причастности к чему-то большому. Но при этом они все время должны быть онлайн, они все время должны быть включены, потому что для них это замена социализации. У них нет там современных там дворов, да, и так далее. У них другой образ жизни, который мы им предлагаем, который формирует, собственно, там технологические, как бы, да, изменения. Они получают огромный объем информации, и ориентироваться в этом потоке их нужно научить, а правила упаковать в понятные для них форматы. Мы все одна большая региональная команда. Мы не делим себя на представителей регионального уровня, там, комитета по молодежной политике или наших учреждений подведомственных, и на муниципальных служащих. Мы все вместе одним делом занимаемся, есть понятная четкая стратегия, есть программа развития молодежной политики, есть набор больших проектов, которые затрагивают всех молодых людей, вне зависимости от того, проживают они в крупном городе или сельской территории. Сотрудники администрации, работающие в молодежной политике, на этом семинаре общаются неформально. Вопросы председателю областного комитета можно задавать любые. И начинают с сокращения дистанции. Я готов. Ну только, не, Юрий, только, пожалуйста, чтобы потом не было там, знаете, письмо. Так без галстуков и обсуждает планы на год. И актуальнейшую сейчас задачу для волонтеров – помочь пенсионерам перейти на цифровое телевещание. Олеся Слынько, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону.